Напомним, Мирджалали Жаворонков первый ряд, Моисеев Мук второй ряд, Величко Куцак третий ряд. Очень все интересно. Демирка Налисов, между прочим, четвертый ряд. Три подряд гандикапы, потому что на пятом ряду Сервяков Муневич, и за ними два карта. Да и плюс еще сильный Стоякин. Ну, учитывая, коли я уж разрекламировал сильного Стоякина, то будем наблюдать с машины Росгроссман, чтобы видеть поле зрения Виталия Стоякина. И сейчас мы включим, пожалуй, онборд. С машины Росгроссман. И вот прямая старт-финиш. Росгроссман зачем-то разгоняется сильно. Здесь он никого не врежется. И у нас Данил Давлешин тут, я бы сказал, бы горцует с Альбертом Масленников. Кто круче из них подрифтит на питлейне. И у нас пилоты практически уже все заняли свои места. И все. Зажигаются фонари. Старт. Росгроссман хорошо поймал старт. Сразу обходит Макса Синюка. А вот Серебряков плохо поймал старт. И сейчас Росгроссман может пройти и его. Главное не получить удар в бочину, а Илья Серебряков внутри, чудом он, Росгроссман, в камеру, которую мы смотрим, чудом он не выдавил Серебряков, да и сам мог пострадать. С Демирканом сейчас Рос толкается, два раза уже толкается. Рос максимально брал вправо, задел ее Демиркану, Рос задел стену, потерял несколько, 2-3 позиции буквально. Тут и Новиков борется с Буневичем, вот справа от Новикова Гроссман, но он утыкается в... Валисовый ничего не может сделать, но все-таки Новиков сделал мудрое решение, он пропустил всю эту группу. Росгроссман пытается выйти в наружу, а там Величко. Величко Росгроссману сейчас было очень тяжело, опасно и чудом не вылетело. Вот такими маневрами Росгроссман может и загубить свою гонку, но он уверен. Он сейчас блокирует Жаворонков. К сожалению, Макс, судя по всему, видимо, не смог никого обогнать на старте, поэтому он сейчас делает то, что он немножко мешает с лидером. Кстати, лидер у нас кто? Мирджалали с Моисеем Боко, бокборец, между прочим. Мирджалали сейчас лучше траектория. Моисеев отдал ему, кстати, достаточно много места, спасибо Алексею. Ну и остался Алексей впереди, и тут красиво Куцак обогнал Мирджалали, который... И тут же еще партнер по команде Демиркан пытается обогнать, но нет, у Мирджалали лучше скорость. Пилоты прям взяли очень хорошо со старта. Тут же наш герой старта Росгроссман. Вперед. Ну, возможно, это самый зрелищный старт среди моих трансляций, как Росгроссман прорывался, какие были стандартные маневры, как он чудом был на волосок от неприятных позиций. Вот сейчас ошибаются все пилоты, Росгроссман пытается залезть внутрь. А Демиркан кроет. Сейчас, возможно, будет какая командная работа от Мирджалали и Росгроссман в отчаянную атаку. Вот очень сложный эпизод. Росгроссман, Демиркан. Гроссман очень поздно тормозил, из-за этого оказался впереди. Но и Демиркан особо деваться некуда было, все-таки торможение. Поэтому я бы не сказал, что прям Демиркан виноват, но опять же, я не судья. Мне так сложно сказать, но в итоге Росгроссман оказался впереди. И впереди Демиркана. Демиркан резко попытался... Ой, вот толкает Росгроссмана еще раз. Ой, он провозит Гроссмана. Этим сейчас воспользуется Алиса. Алиса все... Ой, он разворачивает. Вот сейчас Демиркан разворачивает точно. Не знаю, насколько все-таки там... Сам... Рос затормозил, поставился, но это, к сожалению, авария. Росгроссман теряет, я думаю, сейчас все.